Искусство дебатов, которое возникло еще в Древней Греции, является одним из краеугольных камней настоящей демократии. В нашей стране дебаты и все, что с ними связано. Ораторское искусство, техника публичных выступлений получили свое развитие в последние десятилетия. Молодые люди, которые хотят развить у себя важные и нужные умения, обращаются к этой теме. Подробности в нашем репортаже. Представители 12 городов и районов Кубани прибыли в наш город на зональный этап Кубка Краснодарского края по парламентским дебатам. В Славянском парк-отеле «Уют» тренеры-эксперты проекта «Кубанская лига дебатов» провели показательную игру, тема которой была предложена самими участниками. Спикеры продемонстрировали хороший уровень ораторского мастерства, показав, как нужно уметь играть парламентские дебаты. Затем были проведены тренинги на самые актуальные темы. Данные мероприятия, как, например, Кубанская лига дебатов, помогает ребятам раскрыть себя как личность, учит критическому мышлению, то есть принимать решения за очень короткое время, также выражать свою мысль корректно, ясно, понятно. Ну и, естественно, данный навык поможет современной молодежи в жизни, так как отстоять свою позицию нужно уметь всегда. Во второй день участники зонального этапа постарались на практике закрепить полученные знания. После серии игр были определены финалисты, которые и поборолись за лидерство. По итогам непростой игры с обилием аргументации победу одержала команда из Туапсинского района. Победители его, финалисты, а также лучший спикер, который будет выбран судейской коллегией, отправятся на большой финал в город Краснодар, дабы там поспорить за звание лучшей команды Кубани и лучшего спикера Кубани 2018 года. Лучшим спикером второго зонального этапа Кубка Краснодарского края по парламентским дебатам стала Екатерина Абрамова из Северского района. Все ребята получили неоценимый опыт ведения дискуссии, правильной аргументации. Для участия в дебатах нужны хороший словарный запас и широкий кругозор. Я думаю, что мне в будущем это очень пригодится. Уметь высказывать свою точку зрения, очень грамотно высказывать, уметь приводить факты и уметь всегда отстоять свою точку зрения. И в будущем мне работать с людьми, и я думаю, что мне это очень пригодится. Лучшие были награждены призами. Все участники получили специальные сертификаты. Самое главное, ребята приобрели новые нужные навыки и получили стимулы для развития. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко. Программа «События».